Продолжи, Виталик, фразу. Заплати налоги и... Поделись. Вы такие грустные. Вы, вам страшно или грустно? Нам весело. Деньги в чем-то они, в долларах или в евро? Ну, я не знаю, но я все время свои деньги храню в кошельке. Слышите? Я? Да. Интересуешь? Ты любишь уточнять, да? Угу. Что ты любишь делать? Давай. Я? Да. В дедушку баню ходить. Давай, поговорим об этом, интересно. Итак, ты любишь с дедушкой ходить в баню, да? Да, и парилку даже. И в самую настоящую? А сколько деду лет? Сколько? Да. 15. Что-то рановато дедом стал в 15 лет-то, а? Он морковку ворует. Дед ворует морковку? Он потому что ее обожает. А где ворует дед Милянов морковку? На огороде. На своем огороде? На бабушкином. Лет ребенок уже может начинать жить самостоятельно. В 11. Тебе когда 11 исполнится, ты уже будешь жить самостоятельно? Угу. Пойдешь работать или будешь учиться? Работать. Кем пойдешь работать в 11 лет? Кассиром. Ты что тут сидишь? Деда жду. А где он? Он хотел проверить, сколько времени. Национальность, ты вообще знаешь народы, которые живут в нашей стране? Давай. Мне кажется, башкаты, армянины. Все. Башкаты где живут? В Санкт-Петербурге. Угу. В столице башкаты. Дорогие зрители, пожалуйста, никогда не подходите к комару. Они вас могут укусить. И пожалуйста, побольше мазайтесь крем. Денег защищать детей? Наверное, что да. Почему ты так считаешь? Потому что ребенок не должен сам покупать что-то. Это должны покупать родители. А папа мне вот дал однажды деньги, и я на них знаю, что купил. Ну? Детское шампанское с яблоком. Ты делаешь борщ? Да, я варю борщ. Как давно ты его готовишь? Ну, я уже его давно готовлю. Один и тот же борщ? И много раз. Ну, по разным рецептам. А, даже по разным рецептам? Да, по разным. Какие бывают борщи? Ну, бывают с фасолью, бывают с яблоками. С яблоками? Разными. Такого я еще не слышал. Борщи с яблоками? Вот это да. Ну, кто-то добавляет. Так, ты кого кормил своими борщами уже? Кто мог оценить? Родителей. Это они сидят? Угу. Какие прикормленные родители, а? Отвлекать их. Что еще раз? Когда разговаривают с малышами, нельзя отвлекать. Я тебя что, отвлекла? Да, отвлекла. Мы сейчас с ребятками играем, а ты отвлекла нас. Ага. Спокойно сиди. Ладно.